Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень крутой контент. Едет к нам красивая девчуля, встреча с подписчиками и многое другое. Обязательно не пропустите этот видеоролик и досмотрите до конца. Газанешь, только быстро. Надо газанул и отпустил. Спрятала, с карманов поубирала? Да. Шлем знаешь, как одевать? Не знаю. Ну, на всякий случай. Вот ты видела, что там происходило? Не знали, как одевать. Ты там сидишь вообще? Я тебя не чувствую. Чего? Не знаю. А я думаю, что мне шлепает по ногам? Блин, прям колет. Это я-то фигня. Я уже думаю, что-то летит, может, не знаю, что-то не то. Давай, спаси меня.
Можешь посидеть, если хочешь. Да нормально, дело привычки. То все будет такое. Реально. Я так себе и не ездила. Это быстро? Не. Но он помедленнее. Еще обхватиться нельзя, потому что он худенький. Ну да. И руки вот так всегда. Не, ну тут уже как тебе удобно, как там сидишь. Уже по своему удобству. Надо ориентироваться. Можешь там обхватываться, если там шлемом не бьешь, там ты можешь вообще обхватилась и едешь комфортно. Бо ты сидишь далеко. Я не хочу тебя сдавить. Не, наоборот, так я хоть чувствую. Я чувствую, что ты вроде бы руками держишься, а ног вообще не чувствую. Думаю, где твои ноги? Они вообще сзади. Как ты там так села? Ну прикольно. По-своему. И поэтому я не могу с тобой еще там еще быстрее дать, бо я не знаю, как ты сидишь. Для меня это загадка. Не, ну ты хорошо сидишь, ты вообще, наверное, лучше всех сидишь. Кстати. Такое. Да мои ноги короткие, я не могу обходиться. Я тут сейчас сяду, я ляжу на чё. Ага. Поэтому я сижу. Не, так ты, дело в том, что ты ж легкая. Поэтому даже если ты ляжешь, мне никакого дискомфорта не будет. Это если кто-то потяжелее, тогда да, уже наваливается, едешь. Уже нету того контроля. Мне подножка не нравится. Или... Подожди, это ж короче. Ну а что? Ну да, чуть-чуть. У меня кроссовки еще такие, что скользят. Не, просто ты когда сидишь, ты делаешь чуть-чуть опору на них, как бы, и ногами ж обжимаешься. То есть по факту ты руками, ногами и чуть-чуть давишь пальцами. Как бы. У меня такое чувство было, как будто оно сложилось. Это нормально. Не, мне нравится походка сегодня вообще. Супер. Блин, вот эти висюльки. Всю дорогу такое, как будто в ногу что-то коль. Я уже думаю, горит что-то, не могу понять, что такое. Раз посмотрел, второй раз посмотрел. Надо спрятать. Туда. Надо на чем покататься. Наворовал где-то кирпича уже, 100%. Ай-яй-яй. Шкодник. Короче, расстроила ты Илюху. Я уговорила не обижаться. Возможно, не знаю. Так а что он сейчас на парах сидит, мы не общаемся. Потом пойдет кататься на час больше. Час-полтора. А что, мне в стенку лежать тут? Он, короче, не любит тебя катать. Не знаю. Я ему говорю, я поеду, просто сидит там, где покатаюсь. Он такой, говорю, Вова покатает. Типа, а чего ты мне не говоришь, то, что я, этот, ты хочешь кататься? Я тебе говорю, этот. Уже мама напрямую орёт, покатай ее. Он все равно говорит, да, хорошо. И мама так уже мозги там трепает. Бедняга. Ничего. Да ему самому лучше кататься. Не, он и разогнаться не может, ничего. Не, вообще, как бы, ну вот если ты сидишь хорошо, то можно и так кататься. А вот если там есть вот это, как я вот эту катал в красной курточке, что ты там ржала с нее, она вообще не умеет сидеть. Она, во-первых, сидит вот так вот, смотрит, что она там хочет высмотреть. Я так всю дорогу, прикинь, я еду вообще в шоке, не могу понять, что такое, что она так сидит вообще. А то еще нормально, я смеялась с вида, ну немного. А когда она шлем начала снимать, вот так вот просто. Да, взяла, я говорю, как ты его сняла? Первый раз не обратила внимания, второй раз смотрела, его тупо так вообще сняла. Даже эту не задела. Думаю, нифига себе. Вот это. Я представляю, что там у нее с лицом было, как она его корчила там, наверное. Тут даже, не, ну. Не, мои щеки не влезут, если так снимать. Говорит, мои щеки не влезут. Так тут, если даже стоишь, уже щеки наверх выпирают. Да. Ну, что, прикольно, зато. Зато ноги длинные у нее. Ну все, тебе уже не так страшно? Нет. А мне и страшно и не было. Да я не знаю, ты садилась, дрожала. Вроде как дрожала, так что-то страшновато было, не? То мне показалось? Ну, все. Сколько времени? Мне как я с Ильей садилась. 2 дня уговаривала. Говорит, садись, нет. Села вот так вот, еще и без шлема. Он медленно, если туда на лонсе не будет. Все нормально. Да. Ну что, раз такое дело, хорошо. Ты даже не знал, что тут такое есть. Да я сам недавно выехал пару раз. Вот это. Ой.
Я лично принимал. Я не знаю, мне подарили подписчики. Подарили. Наклеечки, это колпачки, я так понял, на эти. Да, 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 это колпачки. Прикольно. А там еще что-то дорогое есть. Не, тут видишь. Just Round Box. Бокс. Это я так понял, я буду в ролике, да? Да. Так вы там все не выпейте. Еще можете, еще пейте. Еще где-то вот так оставить надо. Да, я попью. Я пить хочу. Я после курса, я третий курс. Это... Как так? Еще выпить можно? 100 гривен. 100 гривен? Да. Три подряд надо выкинуть. С первой попытки. С первой попытки? Я даже, наверное, не выкину. Поняли, как, какая суть? То есть вам надо три флипа сделать. Вот он, флип-челлендж. Где-то там будет это, я не знаю. Видишь, ну хоть работает. Сейчас я попробую. Три. Не, ну три подряд. Может, у кого-то больше будет. Или где-то ровную поверхность давай сделаем. Что ты, петляешь? Давай. Встает ли она вообще? Что-то, может, я не умею. Что-то, может, еще надо надпить. О, ну встает, хорошо. Давай. Раз. Что, я могу пару тяг типа сделать? Давай так, упростим. То есть, давай 10 попыток у каждого. И, короче, у кого больше, тот и забирает. А у кого будет одинаково, те соревнуются между собой. По турниру? Ну, типа, да. Можно хоть я на попытку меня тоже? Кто-то хоть считает? Одна попытка, честно слово. А? Зачем? Не, типа, хотя ради прикола. Участвуйте все, я ж не против. Только подписывайся сейчас на канал. На ТикТок, на Инстаграм, везде. И сделаем. Я подписан, и на Ютуб подписан. О! С какой попытки? А уже все, я думаю. Все, тоже, даже больше. Там 10 секунд. Ну ладно, я не думаю, что больше там у кого-то. Сейчас посмотрим. Два есть. Я Дава, ты что, я? Я Давиду дам. Значит, я после. Я после Давы. Сколько у тебя? Два, а, да? Если ты поставишь один, я бью тебе лыжку. Сколько поставишь, столько лыжек я тебе буду бить. Хорош. Раз. Смотри, какой. Сейчас профи сделает все. Пятерочку выкинет. Один из четырех. Один из четырех. Это семь, шесть. Уже сколько человек? Уже три по два кинули. Раз. Четыре выкинул, да? Ну, хорош. Походу, мама сотку выиграл. Честная победа. Один. Поздравляю. Один. Ты хоть на канал подписан? Круто, круто. А? Ты куда? Ну, здесь пока, никуда. Кирилл так и не попробовал. Да я не буду. Давайте совместную фоточку бахнем, че шо. Давай, Коля. Лицо в кадр. Подумаешь, один раз попал. Сфоткаешь? Сфоткаешь? Движуху, пожалуйста. Я низкая, что сфоткаешь? Ничего страшного. Давай сфоткаемся бандейкой. Вставайте вот так в кучку. Где-то здесь. Да зафоткаемся. Вова, давай. Не! Насрал. Кто насрал? Just run. Много раз уже. Что-то... Да? Ну все, круто. Все. Понятно, такой маленький. Ничего страшного. Нам и так сойдет. Вера. А там что, есть? Что? Ага. Молодец. Там новый ролик сегодня вышел. Знаешь, я понял, сказал. Предлагаю малого типа за углом подождать, который сотку выиграл. Малый сейчас такой, я домой побежал. Что ж вы так малышей, блядь, хай порадуется человечек, ёлки. Хочешь посетить?
потом поехала туда и свернула с нормальной дороги сразу с двора. Ну вы хоть не упали, нормально? Это хорошо. А что было, что я угорала? Что было самое ржачное, что я угорала? Нет, не там даже. Я не помню. Ага, в яму бросили, чтобы не мочипалась. Так больно. Что, Лерка, будешь пробовать на заднюю сторону? Нет. А что? Стан, это сила. Ой, бог мой. Опасная женщина, да? Медлячку. Говорю, сейчас в лес поедем. Я думала, вот так вот как. А я чисто вот так, тропинки нема ее. Молодец. Нормально. Она думает все время, что она на эндурите катается просто. Я еще говорю, ты что, на кроссе? Итак, сейчас будет вилли, бля. Вилли. Мощно. Мощно. Что он творит? Что он творит? А чего вы морозитесь? А чего вы морозитесь? Все нормально, у вас дороги ровные. Что ты там говорила за Польшу? Что там говорите? Насрал? Кто насрал? Насрал. Кто насрал? А, рассказываю, короче. Да. С Польши говорю. Ага. Я до электрички не говорю. Ага. Короче, я соскучилась по маршрутке, в которой я летаю до сраной линии. Ой-ой-ой-ой-ой. Я на видео сделаю, если что. Когда что давай, я еще не хочу, не бачу. Наш путь продолжается. Только теперь девчонки куда-то ведут, непонятно куда. Мы сами не знаем, куда идти, но мы идем. Ай-яй-яй. На качель. Не дам. Кыш. Куда? Видео плохо. Ой, он так хочет хозяина. Он так хочет хозяина. Ну, добудник превращается в малку. С собакой. С пирожком. С тремя. Семья вся в сборе. Что ты дивишься? Хай бог милует. Что, друзья, как вам был контент? Я думаю, он заслуживает лайка. И поделитесь видео с друзьями, знакомыми, потому что конкурсы могут быть намного чаще. Напоминаю, что каждую новую 1000 подписчиков у вас есть возможность выиграть какие-то призы. И самый главный приз на 10 тысяч подписчиков. Если вы не здесь, то вы нигде. Drop his clutch, pop it, get the shot and mob out. We rollin' up to the spot.